К другим темам. В Омской области вынесли приговор бывшему прапорщику полиции. Летом Владимир Чижиков пьяный сел за руль и спровоцировал ДТП со смертельным исходом. Чижиков не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Ниссан пьяного помощника оперативного дежурного у МВД России по Марьяновскому району столкнулся с автомобилем ИШ. За рулем находился 54-летний водитель. Он погиб на месте. Со слов опять-таки Чижикова, что он в состоянии алкогольного опьянения поехал из дома, где он проживал в поселке Марьяновка, в соседнюю деревню для того, чтобы помочь своему отцу отбуксировать автомобиль. Чижиков в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, и в ходе предварительного следствия было установлено, что у него в крови было 2,6 промилле, что соответствовало средней степени алкогольного опьянения. Чижиков полностью признал вину и добровольно выплатил супруге погибшего 500 000 рублей. Суд признал полицейского виновным в смертельном ДТП и отправил его на 3 года и 9 месяцев в колонию поселения. Также суд лишил Чижикова права в течение 3 лет управлять автомобилем и постановил взыскать в качестве компенсации причиненного морального вреда 590 000 рублей.